We just want to see something cool today. Может быть, right now you must to, блядь, speak Russian пока что. Maybe, yeah, maybe yeah, not. Yeah. Maybe. 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 Так. Короче, это Badr Lamrani, he used clear for men, блядь. А его все знают уже. Естественно. Ну, все, кто, короче, смотрит старые ролики, знают, кто наш Badr Lamrani, что он наш прекрасный братишка, наш прекрасный гость. Сочный, смачный, бля, марокканец. Вот. Он у нас был на реакции с Берсерком, вот здесь урц, можно вот посмотреть, можно там посмотреть, будет очень классно, если кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Да, короче, вот же мы. Расклад такой, да, Badr Lamrani, Арчи, шляпа. Вот это вот тема здесь тоже. Badr, а ну жахни по столу. Еби. Сильно, сильно. Что там? Такие пироги. Сегодня, 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 сегодня. Подожди, да подожди. Он сегодня у нас наши прекрасные, наши замечательные, наши любимые... Британцы. Британцы Memories выпустили новый клип и новый трек. Новый трек вышел, правда, 3 дня назад. Вот. Мы прям сейчас смотрим? Да. А, тогда we must try to speak only нет, подожди, English. Я пока еще, no? Нет, я пока еще рассказываю, что да как у нас сейчас будет. Okay, okay. Вот, короче, мы смотрим Memories, а потом я узнал, что, оказывается, у AKMS Romance вышел новый клип. Поэтому сегодня 2 клипа смотрим с кайфом. Вот, пожалуйста, наша крю готова. Короче, okay. Давайте посмотрим, да? Кстати, если что, кто не знал, Badr Lamrani, мы знаешь, мы про тебя ничего не рассказываем. Badr Lamrani из Марокко. Знаменитый, да. Из Марокко? Здравствуйте. Чуть-чуть, из Марокко. Parle français? Je parle en français. Le прекрасно. Прекрасно. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Прекрасно. Вот, это все, что было интересно знать о Badr Lamrani, все. Он просто четкий, бывает же, вот четкий, вот чисто видно, наш парень, четко наш его парень, видно, короче, всегда. Наш парень. Он даже, бля, вот люди, которые хуёво видят, они его четко видят, бля, потому что он четкий, бля, без, такой без шумов. 8К он, бля. Выберем, так, давайте выведем вот так вот на экранчик чуть-чуть несколько комментариев, короче. Ага. Один вот отсюда, оп, один вот отсюда, оп, и один вот отсюда. Вот он. Вот так. Все. Вот, это так. 3 прекраснейших героя из прошлых выпусков. Война, я бы сказал. Ребятки, да вы вообще. Да. Пишите. Телега. Так, у нас для Мали, значит, был хэштег? Да. Для тебя был, для меня был, для Badr еще для не Badr было. Badr Lamrani, хэштег. Да, Badr Lamrani, и придумайте, короче, хэштег для Badr, пожалуйста. Вот, а мы выберем, и в выпуске... В следующий раз, когда вот он залетит, вот мы его поставим, да, с кайфом. Начнем с мы начнем с... Нет, мы начнем с... Разогреемся с We Came As Romans. Окей, let's go. Black hole. Oh my god, я сразу доту вспоминаю. Это они... Смотрите, короче, я залетаю. С харды на Магнусе залетаю, РПшку вот так 5 зарт, и Дима на Энигме Black Hole, зарт, это вот мы с Ютубом так расправимся, вот так, прям вот, понял? Это сейчас все отсылки на доту, если что, да, были? Я забыл, откуда ага они. Они? Напомните, откуда We Came As Romans, ребятки. Come on. А, и здесь на фите Калеб Шомо. Вокалист Beer Tooth. Уф! Сразу качалочка пошла. Бля, кайф.
клип охуенный. Вон. Бывший вокалист Атак-Атак. Атак-Атак? Я слушал и правильно. Стартового состава, помню. Понял? Отличный трек. Уф! Неплохо. Уф! Жирненько, жирненько! Все ровно. Припев. Четко. Все очень четко. Вот это мне очень нравится. Скажи, просто пушка. Очень свежо там, знаешь? Да. Так, как такой кальян с мятой. Жизнь, вот бывает свежий такой, свежий вот. По правилам Metalcore станции, первое слово гостю, пожалуйста. Ну как гостю? Бадр Ламрани у нас как резидент. Ну короче, ну ты все равно. Он просто наш брат. Your все. First, please. Yes, yes. Come on, baby. Спокойной ночи, тетя. Давай, тетя. До свидания. Смотри, Бадр, будем так делать. Ты у нас не слушаешь металкор, рок, ну типа... Слушаешь, да, вообще, нет? Иногда. Иногда. Но даже если слушает, у него все равно в голове «Ляхлюлюй! Да, да. Ляхлюлюй!» Вот так вот. «Ляхлюлюй» — это что на арабском? Это заклинание древнее. «Ляхлюлюй!» Идеально. Ну смотри, сейчас к тебе такой вопрос. Вот ты подобную музыку слышал? Ну, вот что такое? Something like this. Прикольно, да, прикольно. Да, да. Вот, как ты это оцениваешь? Нормально, я мне нравится, я иногда слушаю, конечно. Этот System of Down, Linkin Park, Metallica, вот. Такие, классика. Да, классика, вот. Но это, видишь, это чуть посвежее, это посовременнее музыка. Это современное, да. Ну, я не знаю, я... Like Grape Mint, you know? Fresh. Ну, это... Нахрен ты с ним по-английски разговариваешь, он по-русски понимает. Я, ну что, так хочу я. От 0 до 10, Бадр, сколько поставишь? Я... 7. 7, но я, мне нравится вот начало, с барабаном, вот так. Припев тебе не зашел? Припев был мелодичный. Ну, мелодичная, да, да. Да, 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 да. Прикольно. Ты представляешь, он врет, и у него в голове хуйня, хуйня. Да, это сейчас, хуйня. Это вы мне включили какое-то дерьмо, чтобы и я не хотел. Чтобы вы не захуесосили в ютубе. Не, вот, я, когда я слышал, вообще я кайфовал, я вот концентрировал вот так вот. Моя голова, хочется вот честно. Прям чуть качать. Да, да, да. Ну, потому что, блин, ну это классненько, классненько. А от меня вообще восьмерка, ты знаешь? Да, я вот, очень сильно кайфую. От меня тоже. Потому что вот оно, вот оно такое вот качественное, хорошо собранное. Ты но чуть опередил, но смотри, я бы поставил семерку, если бы там не было вот этих вот сэмпловых моментов да, с да, голосом. Да, да. Очень свежо. А так восьмерка, вот я прям за счет буду слушать вот с кайфом. Этого хода, такого очень необычного, на мой взгляд, я такого, ну, мало. Знаешь, это не новое. Я знаю. Это да, не да, новое, но вот они встали с кайфом. Тут эта тема очень органично, пиздато, я качнул. Да. Мне понравилось, да, да, жирненько, сочненько, свежо. Да. Соответственно, восьмерочка залетает. Собственно говоря, твое мнение понятно.
Есть мыслишки? Есть мыслишки по поводу этого трека? Пожалуйста, комментарий. Пожалуйста. Комментах раскачайте, поясните. А я читаю, всем отвечаю, если что. Арчи тоже иногда отвечает. Ты иногда, кстати, отвечаешь. Знаешь, почему ты не на все комментарии отвечаешь? Ну я как такой, понял? Такой я, так, знаешь, я созидатель. Такой он, по-моему, из себя возомнил. Все, я, короче, все. Я с ребятами в инсташке, в инстаграме. Он, знаете, что делает? Он в телеге с кайфом общается просто. Вот. И все ребятки, люблю, кто еще тактильный. Не подписан на нашу телегу, понимаешь? В которой мы вот так вот, мы в телеге, вот они рядом, да. Просто. А Женек вообще нас помазал прям вживую. А понимаешь? Женек-то понятно. Вот, поэтому кто еще не подписан, ребятки, welcome to Metal Cool Station. Ну что ж. Сейчас, а теперь сейчас, внимание, для русскоязычной нашей аудитории, которой 99,9%. Да. Ребятки, для нас вот так вот очень сильно попадает в сердце Memorist из UK. Вообще, бомба. Ребятки, это вот для меня лично это вообще просто, я кайфую от этих ребят. У нас был уже обзор на Memorist, его можно посмотреть, пожалуйста. Ссылочка будет обязательно внизу. Вот же он. Вот, даже вот, и ссылочку даже не надо. А нет, ссылочка будет внизу, картиночка будет здесь. Короче, такие пироги. Знаете, как получилось? Короче, вышел трек от Memorist новый, вот. Но не вышел клип. А у вокалиста были фотки, типа, с клипа, короче. Я думаю, как так? Почему фотки были? Вроде бы как намеки были, короче, на клип, а клип так и не вышел. И я смекнул, да, соответственно. А я, как говорится, да, и подумал, а как так-то? А почему нет клипа? Да. Вот, и да, я решил написать вокалисту. И, пожалуйста, он ответил, сказал, что 8 сентября выйдет клип. Да, мы знали об этом давно. Да, мы знали об этом еще 5 числа, короче. Да, вот. И, в общем, он попросил нас, чтобы мы сделали субтитры. But. Смотрите, давайте так, раскачаем. Арчи, короче, закинул такую идею. Вот он будет отвечать за русскоязычную аудиторию, а мы с Бадром чисто за вот эту суету иностранную. За англоязычную, короче, да. We must try to speak only English. This guy must to speak only Russian, you know? Пошли вы в жопу! Я не буду разговаривать на вашем языке. Because we are the most laziest motherfucker in Russia. We not in Russia, in fucking world. Subtitles. We can speak, короче, English, you know? Короче, да, если что, Memorist John, guys, greetings for you from Russia. We love. Welcome to Metal Call Station. Короче, давайте посмотрим, потому что у меня уже чешется, потому что я ждал 3 дня, просто сидел и ждал, когда выйдет этот клип. И надо сейчас очень сильно посмотреть. Let's fucking start. Let's do it. Я жду шедевра. Эмбиент, я кайфую от их эмбиента. Какие звуки. Уф. My skin. Oh my god. This. Man, you are under my skin, you know? Shut the fuck up. Yeah.
хуй! Emotional music. Broken, man. Я как будто сейчас вместе с ним это все пережил просто. How did you find this song? I can't breathe, man. I didn't Серьезно? Know. I don't know what I can say about this. This is fucking mind-blowing stuff, man. You are under my skin, you know? Да, стопудово. Ребятки, охренеть, это насколько эмоционально. Как эмоционально? I didn't know how to say мурашки in English, but I... Goose skin. Goose skin, yeah. In Russian we have a word мурашки. It's like goose skin. Да, ну охренеть. Какая... Awesome, man. This какая... is fucking awesome. Если бы я еще понимал... Если бы я мог понять, что он говорит, потому что по музыке, по его эмоциям, как он это все выдал, и так понятно, что там что-то мощное. Но если бы я еще и знал перевод, я бы рыдал нахрен. Просто Damon didn't understand any word what are you speak about, but he is fucking. Если бы я понимал, я if, бы сказал, if бы he understand some words да, да, of да. this song, he was crying, you know. Да, да, прямо сейчас. Потому что, ну, это охренеть. And his what voice. About you, Badr? I think that even if you didn't understand the lyrics, just you must feel. And yeah. feel the emotions. Music. It's emotions is emotions. the main idea of music, you know, for me. When I listening to this,
in my mind I look like barbarian, you know? Something like that. I don't understand what I must to say about this. This is fucking mind blowing. Знаешь, что меня, знаешь, что меня больше всего поражает? Меня поражает то, что ребятки находятся в Британии, в другой стране. Они выросли по-другому вообще. То есть абсолютно. He said that we from Russia, you are from Britain, and we live different lives. United Kingdom. United Kingdom, yeah. And we understand what are you speak about in this song. Maybe I don't understand the words, but you understand the emotions. Yeah. I feel these emotions. Просто this охренеть. Is fucking ну, awesome, охренеть, man. Ну, это вот то, что я люблю, если честно, в Memories, ребятки. Кто не слышал, кто не слушал, Memories обязательно, обязательно. Я оставлю ссылочки на еще 4 клипа, если вдруг никто не смотрел. Memories, пожалуйста, вы не пожалеете, потому что эта музыка, ну, для души. One of the most loveliest group of us. It's my favorite. It's my favorite. From Britain? One of my favorite bands. Okay. Understand? So, good luck, guys. Good luck. From Russia, we love. From Morocco to United Kingdom. Also. We are cosmopolitans. You know? All over the world. Так, и что, и бля, он так размазал. Да, скажи. Я он так размазал эмоционально. Это эмоционально просто... для меня. Это для меня эмоционально наравне с The Planning You. Вот именно эмоционально. Наравне с вот именем. Этот, да, прям под кожей. Прям вот под кожей. Вровень прям. Охренеть же просто. Просто пиздец. И вот как бы и вот оно и все. Прям размазало. Вот те же ощущения. Да, да, да. Ты такой сидишь. Ты как будто просто вот эти, вот вспомни тот клип Imminence, последний трек, последний сингл, который с клипом вышел, Ghost. Вспомни The Platinum You. И вот это сейчас. После всего этого ты как будто переживаешь все это нахрен вместе с ним. И потом такой, о, сидишь опустошенный просто. Просто вот реально, вот... но с кайфом опустошенный. Вот он как я будто даже взял... физически это ощущаю. Просто понял? Прям... Он как будто взял и вот очень много эмоций, которые он испытывал какое-то долгое время. Он же какую-то историю рассказывает. Да. Вот просто на протяжении какого-то времени он что-то чувствовал, и он настолько запихал это все в одну вот, как это сказать, вот в песню, в эти вот сколько, почти 5 минут. Да. И просто ты весь спектр. Знаешь, как бы я назвал эту музыку? Охренеть. Вот эту музыку, The Plotting You, Imminence. Mm. Это очень тактильная музыка. Mm. Блять, музыка, которая на физическом уровне ощущается. Да, да, да. Это да. Тактильная музыка. Охренеть. Блять, вот так вот для меня это. Охренеть. Пиздец. Реально, ты приколись, это так работает. Что типа понял, музыка я играет, ощущаю. А ты ее ощущаешь, даже если когда у тебя мурашки. То есть музыка... потрогала тебя, блядь. Тактильная вот музыка. Да. Хэштег тактильная музыка. Новый хэштег, пожалуйста, родился. Так что? Мы посоздаем, как говорится, тренды нахуй. Так сказать, это, шарим. Увидите на других каналах, знаете, спиздили. Да, 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 да. Художественный фильм спиздили. Струны на полу. Нуль, что про нули? Нули топ. Нули топ. Да. Жирный жир. Это все, все Арчи придумал, все эти хэштеги. Как говорится, котелок варит нахуй. Ой, нормально. Нормально, нормально. Этот Ребзи, короче. Слушай, а знаешь что, я хочу тебе предложить. Я не знаю, как вы на это отнесетесь, но я хочу посмотреть. Ну что, бля, я не пойму. Мы что хотим, то и делаем, как говорится. Чего хотим, то и творим, нахуй, правильно? Давай посмотрим этот трейлер же вышел на Матрицу. Сейчас? Да, давай посмотрим. Кстати, это клуб не смотрел Матрицу ни одной части, вы понимаете? И, соответственно, ты смотрел Матрицу? Вы чё, ебать? А, вы чё, ебать? А, мужчина! Я с кем я сижу?
вообще так? Канал, блядь, канал переименовывается. А что, новые части снимают, что ли? Даун и Арчи. Ты чё не смотрел? Давай посмотрим трейлер. Ребятки, пожалуйста. Кто смотрел Матрицу? Ну давай посмотрим. Чё? Кто смотрел Матрицу? Мы сейчас просто в Metalcore станции будем смотреть чё? На Матрицу. Чё? Знаете, Чужой монастырь со своим уставом не лезть. А что такое? Мы чё, не можем, что ли, хоть раз? Смотри. Можем, как говорится. Умеете, могете. Получается, делаем. Значит так. Как он называется? Матрица? Матрица. Я не смотрел Матрицу. Кто смотрел, вон, ребятки? Вон. Это же мы тоже, вот это цифры, да? Мы тоже цифры? Получается. А прикинь, мы, блядь, в Матрице живем, охуеешь? Ага. Это Морфеус, блядь. Суета какая-то, бля. Это Тринити. О май гад. Не понял я вообще сейчас. Это Джон Уик. Никакой Джон Уик, блядь. Ты просто если бы смотрел, ты бы понял. Лёг хринж? Тебе хоть что-то кошка, понятно? Кошка! Ты понимаешь это? Я нет. Simulate, там клуб назывался, симуляция. Джон Уик. Иди нахуй! Кто Джон Уик? Чё он там растаскал всех, видел? Это я вот так в город, когда заезжаю, вот так все... Ага, выбор. А кто по-русски написал выбор за тобой? А чё, российские снимают, что ли? Это этот снимает, Юра, нахуй. Так. Смотри, очень подожди, смотри, сейчас просмотр, подожди. Блядь, сейчас подожди. Трейлера. Смотри, что это? Матрица воскрешения. 927 тысяч просмотров, да? Смотрите. Короче, я что хочу сказать. Лайков много, я не смотрел Матрицу, но прикол в том, что я знаю, кто такой Нео, кто такой Морфеус, кто такая Тринити. Вот эти все ребятки, я знаю про что Морфеус вот так давал ему таблетки, и они там тогда, дрались, короче. Давай тогда... Перестрелка видел, как Нео летает. Ну, то есть, короче, а фильм не смотрел. Ты давай тогда... И мне вообще сейчас ничего не понятно было. Тебе смотри, понятно? Я чего? Ничего не понял, но я понял, что хуетой попахивает какой-то пока что. Как будто бы, блядь, вот ну, не как фильм. Будто бы это, если честно, какая-то нарезочка какая-то. Ну и музыка, это не официальная, по-моему. Ну не официальная, но... По-моему, это какая-то... Ну, фанатская. Ну это что, какая-то... подожди, ты хочешь сказать, ну, кадры, кадры не нет, фильма? Кадры видно, что из фильма, как будто бы, да. Ну, Морфеус, блядь, не шилом бритый, а это уже хуёво. Как говорится... А почему тогда Нео старый, а Морфеус молодой, кто мне скажет? Смотри, ну это же Матрица, правильно? Там, как говорится, черт пойми, что происходит. Черт ногу сломит. Да, черт ногу сломит. Смотри, что я понял, Никита, там были кадры, да, вот это вот все, блядь, черт, да. Смотри. Да. Там были кадры. Так. Из вот это событий тех фильмов. Допустим, как он тренировал Нео в додзё, если я правильно произнес. Додзё, это же, а не доджо. В общем, неважно, нахуй. Ничего не понятно, соответственно, Морфеус какой-то с гнильцой непонятный, другой какой-то незнакомый, не родной. Тринити там спиной только что-то прыгала, бегала. Соответственно, Тринити, если другая будет, тоже какая-то несуразица, непонятица. Но, да, когда снимали сестры Вачовски... Ну я не думаю, что сестреночки нас подведут. А, как бы есть такая мысль. Ребятки, а кто что думает насчет всего вот этого, кстати, можете писать. Короче, у меня эмоций как будто нет, бля. Непонятно, что произошло сейчас, что я сейчас увидел. И... Вообще что-то какая-то мешанина. Но я это буду ждать, естественно, потому что я смотрел. И а мне придется очень... посмотреть предыдущие части, да? Да, три. Три даже?
Представь себе. А ты не видишь, матрица 4 написано, 4, блядь? Там. Нет, 2, бля, а третью просто не сняли. Такую он иногда... I'm sorry, I'm so stupid. Yeah. Understand? В общем, ну, ладно. Смотрите, ну не знаю, что, подождем тогда, посмотрим. Ну и да, а чё бы не посмотреть. Да, кстати, ребятушки, в смысле, вот такие вот тоже бывают вещи. Вот так вот бах и посмотрели трейлер Матрицы, а если что. А что? Если что, можем много чего посмотреть. Так-то... Имеем право, заслужили. Так-то, а чё нет-то, если да? Не, по факту, чё, мы просто сами смотрим фильмы, мы любим игры, и почему бы не посмотреть со всем, да. Со всеми клипами еще и такие вещи, ну типа, соответственно. Чё бы нет. Бадр, вот чё, расскажи. Да он ни хрена не смотрел тоже и Матрицу. Не, я помню, когда я была у меня игра в PlayStation 2, такая Матрица. Матрица? Да. Ты играл? Да. Я прошел. Вот, пожалуйста. Enter the Matrix. Да, Matrix, да. И, да. Пиздатая игра и была. И ни хрена, вот, короче, смотрите, непонятно. Вот, ну ладно. Вот это игра, это чтоб ты заебался с монтажом. Спасибо. Смотрите, а чё Шрек появится? Оп! Кто еще? Давай. Спаун, бля, вот так нахуй. Чё? Еще. Халк Хоган. А? Надежда Кадышева. Вот так. А вот и Аллегрова, как говорится. Просто накидал. Бадр Ламрани, любую звезду. А теперь... Любую звезду? Да. Типа актер или не знаю. Да, певица, актер. Певица? Лобода. А давай так, чтобы ты вообще заебался. Вот так вот, фрукт или ягода, я не знаю. Актинидия. Оп. Вот ищи теперь. А вот ищи, блядь. Она есть? Она есть, блядь. Если есть, я найду. Ладно, спасибо. А вот бурдюк, смотрите. Оп. Черт, если ты это пора, не сделаешь. Пора заканчивать, короче. Потому что, мне кажется, я заебусь. Смотрите, нюксы Димы. Ой. Не здесь, в телегу. Хрена тебе. Если что, в директ пишите. За ценой договоримся, нахуй. И, короче, и все. И все. Получается, фисё, да. Фисё, правильно. Фисё, бля, фисё. Получается, что надо? Подписываться на канал. На наш инстаграм, естественно, да. На Бадра, естественно. Потому что здесь еще много всего интересного на Медалкурстанции будет. Да. Наша следующая неделя, вот эта, которая будет сейчас. И в тележку, подпишитесь. Там вообще, ну, контент... Там тактильная такая суета, там вот 24/7 общуха идет с нами, бля. Нормальная такая, я понял? Мы как будто вместе за ведухи сидим. Чё нормально? Чё, Иго? Чё, Виталик, нормально всё? На, всё, ага, всё, вот так пообщались. И спатенькать, как говорится, легли. Короче, вот такие пироги. Увидимся здесь. На Metalcore станции. Да. И закончим песней. Ля-лю-лю-и, ля-лю-лю, ля-лю-лю-и, ля-лю-лю, ля-лю-лю-и, ля-лю-лю, ля-лю-лю-лю. Всё! Песня. Просто остал. Да куда ты сел, блин? Пипица! Бадр, идешь кожи пить? Да.